Волгоградской области сотрудники МЧС проводят регулярные рейды среди населения региона по профилактике бытовых возгораний. В этот раз о правилах пожарной безопасности спасатели рассказали многодетным семьям Волгограда, где проживает более 7 ребят. В семьи, где большое количество детей, больше вероятность наступления каких-либо негативных происшествий, связанных с детской шалостью с огнем. Так как в последнее время у нас по области достаточно много было происшествий, связанных с именно этими причинами. Сотрудники МЧС еще раз напомнили многодетным родителям и членам их семьи о правилах безопасности, а также осмотрели техническое состояние электропроводок, электроприборов, газового и печного оборудования. Все объясняю им. И у нас дача есть, и разжигаем костер также на даче определенно. В условиях у нас бочка специальная, чтобы не было открытого огня. Все это мы знаем, и я им все время показываю, рассказываю, что, как правильно делать. Спасатели рекомендовали не оставлять детей без присмотра даже на короткое время. Отметили, что по статистике гибель детей при пожарах происходит именно в тот момент, когда они остаются одни. На память о встрече сотрудники МЧС подарили волгоградцам настоящие огнетушители, а также вручили памятки по пожарной безопасности. Анна Муслимова при содействии пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.